На малой сцене Самарского театра оперы и балета «Опера «Медведь» по мотивам одноименной пьесы Антона Павловича Чехова. Это шутливая история о вечном – любви и ненависти. Постановка Михаила Панджавидзе на музыку белорусского композитора Сергея Кортеса идет в Самарском театре с 2015 года. В этот раз спектакль проходит в рамках международного фестиваля оперного искусства «Славянский дом». Искусство здесь всегда процветало. Это не вот, не в одночасье, это благодаря как раз тому, что мастера делали здесь такое как бы накопление этой культуры, традиций. На мой взгляд, получилась очень веселая история. В своем возрасте, что Панджавидзе, что Кортес, они такие были взрослые дети, скажем так. И им нравились такие чудеса и эти все курьезы, они были за наши вот эти все импровизации. Все шло так на ощупь. И в итоге получилось так, что вот мы до сих пор играем это одним составом, и мало кто может это повторить. Международный фестиваль «Славянский дом» в регионе проходит впервые. Он объединяет на самарской сцене лучшие оперные и музыкальные театры славянских народов. В программе фестиваля – шедевры русского оперного искусства. Контакты с другими артистами, с другими приезжими исполнителями – это всегда замечательно. Как говорится, можно и себя показать, и других посмотреть. Для нас это один из любимых спектаклей. Встреча каждый раз с оперой «Медведь» на сюжет Антона Павловича Чехова и композитора Сергея Кортеса белорусского. Это всегда для нас очень приятное такое событие. Уйди, она мне нравится. Фестиваль продлится до 7 апреля. Полина Чулюкова, Петр Паламеев. События.